подпишись на канал, поставь лайк на видео и нажми на колокольчик. Мы продолжаем. И сегодня в выпуске вы узнаете. Мне стало реально страшно. Бузова возмущена происшествием в аэропорту с Навальным. Телеведущая Ольга Бузова, которая возвращалась из Санкт-Петербурга в Москву в момент задержания блогера и оппозиционера Алексея Навального, возмущена случившимся в аэропорту. Самолет, на борту которого находилась поп-дива, приземлился не во Внуково, как планировалось, а в Шереметьево. Алексей Навальный, ранее объявленный в розыск, был задержан сотрудниками полиции на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний объяснили, что блогер систематически нарушал условия испытательного срока. Планировалось, что самолет с Навальным, вылетевшим из Берлина, приземлится во Внуково. Ольга Бузова, которая летела из Санкт-Петербурга, тоже рассчитывала, что ее борт сядет в этом аэропорту. Телеведущая была возмущена, когда узнала, что прибудет в Шереметьево. Позже поп-дива рассказала, что самолет, в котором она находилась, кружил над Москвой около часа. «В какой-то момент мне стало реально страшно», призналась Ольга, которая тогда торопилась на съемки. По прилете Бузова также узнала, что в аэропорту Внуково ее ждали поклонники, окруженные людьми, встречающими Навального. Телеведущая недоумевает, откуда фанаты узнали о ее прибытии, ведь об этом, по ее словам, знали лишь 3 человека. Что касается Алексея Навального, то в ближайшее время суд для него определит меру пресечения. Пока он находится под стражей. Напомним, осенью после лечения в Германии блогер заявил об отравлении. Он якобы вычислил людей, которые пытались его убить. В декабре 2020 года в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничестве в особо крупном размере». А что вы думаете сами по этому поводу? Напишите, пожалуйста, свой комментарий под этим видео. Спасибо за просмотр и приятного вам дня!